Специалисты по уходу за пандами выпустили медведицу и ее детеныша, родившегося в неволе, в полудикую среду обитания китайского заповедника Валун. Переселение медведей происходило в несколько этапов. Сначала один из зоологов вынес медвежонка из вольера и поместил его в плетеную корзину. Затем мужчина перенес корзину с детенышем в лес. Чтобы максимально ограничить воздействие человеческих запахов и звуков на животных, сотрудники заповедника надели на себя костюмы панд. Специалисты парка считают, что, находясь в неволе, панды не должны привыкать к людям. Если медвежонок будет бояться человека, то сможет защититься от него в дикой природе, уверены они. Мать детеныша медведицу по имени Цао Цао сотрудники парка Валун выпустили на волю в той же местности. Зоологи будут следить за Цао Цао и ее малышом. В этом специалистам поможет ошейник с радиопередатчиком, который закрепили на медведице. Если животные освоятся на новом месте, то их переселят в более отдаленный район заповедника, где они будут жить в абсолютно дикой среде.